Сколько сердец, столько родов любви. Лев Толстой. Я вышла замуж в 18, но не по любви. Ваш муж святой, и мы все должны беречь его, хотя бы ради этой страны. Закат Великой Империи. Романтика останется последним пережитком старых времен. Роман, всколыхнувший целую страну. Ты знаком с этим Бронским? Богат, хорош собой, кавалерийский офицер. Позвольте пригласить вас. Джо Райт, хочу заранее предупредить тебя. О чем? Режиссер фильмов «Искупление» и «Гордость и предубеждение». По неосторожности ты можешь случайно дать повод для сплетен. Смелое видение классики. Право, довольно. Если я вам не безразлична, верните мне покой. Не покой нас ждет, а лишь страдания и немного счастья. Так вот что такое любовь. Великая история любви. Наш союз благословлен Богом и не может быть разрушен преступлением, совершенным против Него. Что случилось? То, чего никто не ожидал. Греховным было бы помочь тебе уничтожить себя. Давать волю плотским желаниям есть не что иное, как грех. Человеку, не способному управлять собственной женой, вряд ли есть место в управлении государством. Анна не преступница. Она нарушила правила. Уйди от него. А как же моя жизнь? Она останется без гроша. Ты думаешь, я позволю тебе оставить моего сына? Ты утратила все права. Ты утратила честь. Этого ты хочешь? Чего вообще ты хочешь? Анна Каренина. Я люблю тебя. За что? Любят просто так, а не за что-то.